Аджи, ну наконец-то мы встретились. Братач. Какие ваши ощущения? Бомба. Бомба. Очень сейчас классно. Голодный Саша приедет. Накормим его. А смотрите, вид какой у нас. Розовый фламинго. Кормим его, Сашка. Что мы сегодня? Ошеек жарим. Вкуснейший. Подписчики сейчас будут облизываться, говорить: о май год, почему я не в гостях у перекупщика? О боже, о мега денди, ты нереален. Смотрите, как кавказская рука насаживает на жало мясо. Грубейшая работа, и вернее ювелирная. 4 куска сойдет, брат. Лютый Кавказ. О май год. Ювелир. Просто ювелир. Смотрите, какая массовка идет. Где ж наш голодный Александр? О май год. Минус 10, а мы готовим мясо. Лучшая шеек города Харькова. Так, ребятосики. О. Горячо. Все подписчики ждут видео про шашлык. Им нравится этот вид божественный. Божественное начало. Ангельское. Я предлагаю Александра не ждать, пожарить и съесть у него на глазах это все, когда он приедет. И пусть едет обратно. 10 часов человеку сказали, что можно мыть. Вот я ему писал, всем говорю, ну что можно мыть, что он там трет, набриолинивает, я не знаю. Как султан. Что-то очень странный человек, надо с ним поговорить. Это некрасиво. Так, ребята, у нас полным ходом массовка идет. О май год. О, вот это уголь для Саши. Мы его будем клеймить, подлеца этого. Правильно? Клейменный будет. Ну где он? Где? Где можно? Уже все мясо уже пожарили, уже все. А он все влазит. Подлюка такая.